Так, у нас идет восьмая неделя, 17 повторов, около возрождения, 5 тибетских жемчужин. Начинайте, если вы только начинаете, с разбора. Потом 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. И вот на восьмой неделе дойдете до 17. Все видео можете найти в телеграм-канале 5 тибетцев. Поехали. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 13, 14, 15, 16 и 17. Положение лежа. Выдох. Поднимаем голову вверх, спины и ноги. Вдох. Выдох. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый. Успевайте расслабиться. Десятый. Одиннадцатый. Двенадцатый. Тринадцатый. Четырнадцатый. Сильнее макушку тянемся вперед. Пятнадцатый. Шестнадцатый. 17. Расслабляемся. Переходим в положение, стоя на коленях. Вдох. И скругляя спину, стоя на коленях. Выдох. Раскрыли грудную клетку, потянулись в прогибе. Вдох. Выдох. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый. Десять. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. 16, 17. Положение сидя. Ноги выпрямляем перед собой. Вдох. Скругляем спину. Выдох. Поднимаем таз. Опускаем голову назад. Расслабляем шею. Вдох. Пауза напряжения. Выдох. Второй.
Третий. Четвертый. Пятый. Седьмой. Восьмой. Девятый. Десятый. Восемнадцать. Переходим в положение лежа на животе. Вдох. Выдох. Поднимаемся. Колом. Пройдите. Вдох. Пауза напряжения. Выдох, горка, пауза, напряжение. Второй вдох. Третий. Четвертый. Девятый. Десятый. Одиннадцатый. Двенадцатый. Тринадцатый. Четырнадцатый. Пятнадцать.
15. И 17. Отлично.